Всем привет! Сегодня 15 мая. Вот такая красота на улице. Цветут цветочки. А у нас тут птички. Было 6 птенцов. Двоих уже больших задавили. Уже большенькие, блин, не знаю, первый раз только. Вот осталось 4 штуки. Там еще вылупились. Сейчас глянем других. Ну, тут самочка сидит. Тут вылупилась. Было сколько-то яиц, не помню уже. Короче, вылупилось 2. Меня подали, что будет. Я их выкинул. Вот такие толстячки. Вот кольца одел сегодня. Вон какие мордахи. Глаза уже открыли. Ладно. Давайте обратно. Так, тут и должны скоро вылупиться. Вот самочка сидит. Не будем ее отвлекать. Самечек полностью перелинял, красивый такой. Хвост, как у павлина, длинный. Здесь и самочки у нас. Вот черноголовые уже почти все долинял. Там где-то еще вторая вон сидит, тоже долинял. Остальные пока в линьке. Белая вон там вдалеке. Вот подлетела она. Пугливенькая такая. Ну какая красавица. Белая вся. Сейчас посмотрим птенчиков. Где какие? Просят, все уже взрослые, все просят. Вот расселись все. Здесь и построились дружненько все. Так, тут вот парочку я запустил. Там самочки. Ну а тут у меня пары. Птенцы какие вылетели, какие еще там только сидят. Дал яйца с морковью. Вот они спустили. Сейчас будет все это дело есть. Так, построились в очередь на водопой.
одуванчики вовсю тоже трескают. Прилетел тут. Весь обзор загородил. Еще один тут. Бегают, выпрашивают. Все, у всех кормежка началась. Молодняк там спустился. Тут вон самочки спустились. Вся банда У нас такой зверь, ракушка, грудка у нее синенькая, красивенькая такая, шкливая, еще не привыкла ко мне, но уже поет потихоньку. Ну, попозируй свою шейку, не хочет. Здесь у меня соловей сидит, охраняет. По ночам начинает уже кряхтеть, запевать там.
Так, снегирьки первые налетели на одуванчики. Прям цветочки выгрызают, там семена или что, не понял. Вчера он давал, все ободрали верхушки. Тут целая банда снегирей, щеглов, летают, дерутся тут. Хорошо им, одним словом. Вон там сазан вылез. Короче, вот так летают, всем нравится. Ну, самый главный барбос ходит тут, всех гоняет. Фазана вчера бедного загнал к соседям аж. Теперь он вон прячется там за углом. Надя, ты чё вчера фазана загнала к соседям? А? Он теперь боится тебя. Вот такая красота. Воду еще не залили. Будем так бегать. Давай неси. Вон без воды. Скоро зальют, будет плавать. Давай неси сюда. Так, ну здесь вот водички много. Сейчас поплывем. Там наполни. Здесь вон воды сколько угодно. Как водичка, Надюха? Ну вот, а это главный наш зверь тут разгуливает. Ну а на этом все. Всем пока.